На общий микрофон. Да-да. В принципе, я пошел нахуй, слышу уровень звука нормально. Можем работать. Как вас зовут? Вы знаете, что это 171-я статья Уголовного кодекса? Пошел нахуй. Дружище, не выйти нахуй, не шел. Как вас зовут, представьте? Имя, фамилия, отчество. Прошу прощения у всех журналистов, ТВ. Можно написать? Я тут не запомнил. Напиши, пожалуйста. Да! А кто вы такой? Это Косовол. Кто? Какое погоняло у тебя? Косогор, блядь! Косогор, блядь! Да, я Косогор, да, Донецкий, да, что дальше, 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 давай попиздляй, что ты хочешь? И кто, или ты, то приблатнённый, может, ты полублатной, блядь, кто ты? Я так, немножко, ну, тебе не объяснить. Что, как, немножко блатной? Слушай, пацан, убирай линию, пожалуйста. Так я сказал, что заберу. Прошу. Ну, так я сказал, заявление заберем, только ему нужно сделать определенные действия перед этим. Какие? Публично извиниться. Перед кем извиниться? Перед всеми журналистами Украины за то, за свое поведение не очень хорошее. Да что ты говоришь? Да. Да. Угу. Слушай, вот я просто запретил, он тебе ебало зальет, я тебе отвечаю. Прошу простить меня, прошу прощения у съемочной группы интернет-ТВ «Голос народа», у всех журналистов Украины за свое поведение. Прошу меня понять и простить за мое содеянное. Прошу, простите меня, пожалуйста. Я виноват перед всеми вами. Прошу у вас прощения. Больше такого в жизни не повторится.